Вы родитель мальчишки, и вам надоело видеть свое чадо часами глядящим в экран смартфона или компьютера. Хотите, чтобы сын вырос здоровым, сильным и смелым, ладился с сверстниками и не приносил домой плохих отметок. Купите ему вместо очередного гаджета клюшку и коньки. А что такое настоящая золотая шайба, он узнает на ледовом катке. Не верьте тому, кто скажет вам, что это каучуковый диск. Это самая настоящая золотая шайба. При большом желании, трудолюбии и, конечно же, горячей поддержке родителей, любой мальчишка может научиться играть в хоккей не хуже участников городского турнира «Золотая шайба». Команда «Рубин», «Водник» и «Дюшор номер 3», составленные из хоккеистов 2006-2007 годов рождения, разыграли путевку на областной финал. Ну, команда хорошая, две пятерки, все сильные очень. Играем дружно и сплоченно. Поддержать своих горячо любимых ребят пришли мамы, папы, бабушки и дедушки. Назад! И не только они. Поэтому неудивительен был градус накала в матче между «Водником» и командой спортшколы номер 3. Игрок, ты бежишь на свои ворота. Зачем? Иди в игрока. Прогуляйтесь. Че вы спотыкаетесь? Вы два раза ногами дернули и все, и встали, и испугались. Напряженный бой завершился в пользу «Водника». Это уже финал города. Значит, сейчас вот у нас будет выявляться, кто у нас будет первый в городе. Вот последний матч будет. И там уже все, кто первое место занимает, тот уже участвует в областных уже соревнованиях. Ребята хотят играть в хоккей, и они играют в свой хоккей. У них все получается. Вы знаете, это его решение. Наша задача, как родители, только поддержать своих детей. Обладатель городской шайбы и путевки на областной финал определялся в матче между хоккеистами спортшколы «Рубин» и номер 3. Настроение боевое, настроенный на победу. Выиграть – только победа. Преимущество рубиновцев было очевидным до такой степени, что даже их вратарь немного заскучал. Рубиновцам и достался трофей, заставив капитана команды светиться от счастья.